своему скажу. Некоторые журналисты снимаем комбата, чтобы не говорили, что не бывает на передовой или в бой не ходит с нами, не знаю. Поселок Мироновский. Пошли командир. Пошли командиру. Красного, ну, пойдет за вами, станет. Вы осмотрели здесь, они смотрят право-лево. Понял, понял. То есть вы идете в новом порядке. То есть смотрите аккуратно. Здесь получается, видишь, заболоченная какая-то хуйня, все. Дальше, серый, вы поднялись сюда, там все чисто, как говорят. Осмотрелись, на саму гору лезть не надо, то есть обошли сюда. Красный вас ждет на склоне. Если все чисто, ты возвращаешься под склон к красному. Красного группа возвращается назад, и к тебе выдвигается бэха, понял? На прикрытие. И вы ждете уже нашего тогда прибытия. Бэха одна будет? Одна бэха пока. Это наш боевой бобик, в котором погибло трое ребят, к сожалению. Машина целая мне. Еще послужит. Ну, тут ребят посекло пулями, осколками. К сожалению, двое погибли на месте. Вера в госпитале. Весик сверху. Запаска. Мухи, гранатометы. Полный боекомплект. Такой вот кубик. Кубик хорошая вещь, конечно. Кубик вещь хорошая. Если бы еще был бронированный, цены бы его не было, конечно. Вот так.